Это утро на окраине села Бишбагир началось спокойно. Как вдруг вспыхнула трава, дымом заволокло поле. Огонь стал подбираться к жилым домам и угрожал перекинуться на лес. Первые пожарные расчеты специалисты местной части ПАССК появились на месте возгорания уже через несколько минут. Потом подтянулись остальные. На специальной площадке с вертолета десантировался еще один отряд огнеборцев. Пока пожарные тушили возгорание, спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. Меньше чем за час вся спасательная операция была закончена. Место для проведения учений выбрали не случайно. На территории Бишбагира находится единственный в крае хвойный лес. Деревья раскинулись здесь на несколько гектаров, и каждый год им угрожает большая опасность. Каждый год очень много ландшафтных пожаров. Машины не успевают даже заезжать в депо. Только заправляемся и выезжаем обратно. В основном это сухостой. Эта тренировка стала третьим заключительным этапом всероссийского командно-штабного учения, которое проводит МЧС России. Его цель – отработать на практике взаимодействие всех подразделений при тушении крупных ландшафтных пожаров. В этот раз задействовали 27 единиц спецтехники и более 100 человек личного состава подразделений противопожарной службы края и МЧС. В реальной жизни эти учения помогают нам отрабатывать навыки личного состава достаточно эффективно, потому что личный состав уже понимает, с чем он сталкивается, и повышает свой уровень. Результат учений – все справились с поставленными задачами на отлично. Огонь, пусть и условный, потушили вовремя. Кира Рогожина, Антон Поляков, Ставропольское телевидение, Грачевский район.